Вот его и ждали как раз. Похоже, чуть ли не детское удивление. А сколько ему сейчас? Сколько ему? Полгода. Ты ж был 8 месяцев. Забавно, да. Все, внимание. Давай, товарищи, вообще-то у нас открывается фото. Сегодня у нас еще одно событие. Событие серьезное. Мы сегодня открываем фотовыставку. Фотовыставку работ наших ленинградских, санкт-петербургских художников, фотографов. Тема, вот вы видели, наверное, зимний Петербург, зимний Ленинград. Конечно, в такой жаркий день, летний день, здесь и обстановка сразу прохладнее становится, да, свежее, вернее, будем так говорить. Даже от картин, от снега, от этой красоты, которая дается вот на этих фотографиях. Игорь, я к тебе обращаюсь. Я хочу тебя поздравить, потому что все-таки ты молодец, что ты организовал, потому что у нас были другие представители этой секции. Но ты первый, кто организовал на производство. Потому что вы все союз, вы, может, у нас где-то лет 10, наверное, 15 примерно, да, где-то уже существует наша подсекция. И ты как бы первый нашел себе силу вот это. Наверное, это не первостепенная для вашего образования муниципального, значит, история. И есть на что потратить и силы, и время. Тем не менее, вы в выходной день, в праздник России, приходите сюда, открываете эту выставку. Вот что вами движет? Ну, во-первых, у нас развитие муниципального образования идет очень сбалансированно. Развитие идет не только инженерное, не только чистота, порядок, мусор, ремонт дорог, прочистка канав и так далее. Действительно, забот очень много. Но и духовное возрождение, оно должно быть, духовное воспитание. Потому что, не воспитав детей наших младших, нельзя надеяться в том, что в будущем оно будет сохранено все. Еще что, говорит, ну, конечно же, помимо художественных, вот сегодня художественную выставку, открываем фотовыставку. В этой галерее у нас уже 12-я выставка, которая сопровождается у нас выставками картин. И зачастую ведь из Ольгина не каждый может доехать до музея, посмотреть картины, восхищаться прекрасным. Вот выездные такие выставки, конечно, они тоже дают положительный результат. И еще раз говорю, в первую очередь, конечно, воспитание, конечно, занятость детей, занятость взрослых. Ну, простите, не в День России даже, не водку пьянствовать, а прийти повосхищаться и посмотреть на прекрасное, то, что создают наши художники, повосхищаться красотой нашего города Ленинграда.